Вы знаете, есть у меня человек, которого я люблю больше, чем себя. По сути, то, что делается со мной, я ненавижу. Но у моего сына есть любовь, и любовь, она правильная. Точнее, часть его любви относится к магазину игрушек «Орион». Лучшая его часть. Потому что игры оттуда ему нравятся, как и игрушки. Папа приезжает всегда. Два меня взять игрушки. И потом... Во мне он возьмет разные игрушки. И у него есть хороший пелска-кус. Это я, Алексей, его молодой человек. И я своего папу люблю, когда он привозит мне игрушки. Лего, и Hot Wheels, и... Еще тогда я и по магазину «Орион». В магазине «Орион» немного чего есть. И там есть игрушки и всякое тогда я. Привет, дорогие мама и папа. Вот, я сегодня пришел в магазин «Орион», чтобы снять придачу. И сегодня я буду рассказывать вам про машинки. Эти машинки хорошие. И они новые. И они всегда в этом магазине «Орионе» всегда приходят. И они новые всегда. Я люблю Hot Wheels машинки. И от температуры воды они меняют цвет. А в этой они по 4200 рублей. Но это дороже, а здесь... Сейчас. У меня есть тоже дома танки, так они покруче. И здесь выходят и новые танки, и причем-то. Это и правда. И теперь и про роботов. Роботы разные, и они могут выполнять твою команду, и они разноцветные. Я этом помогаю с думами поевать. А я, если что, ворую мамы тяпку. И потом я нашел здесь тяпочку такую, и я ее сегодня себе заберу, чтобы я работал в саду. Я хожу в разные секции, и я у меня есть дома груша боевая и перчатки. Я могу устроить такой разбор, даже и кулаками ее побить, она даже упадет, даже непонятно, ничего не будет с этой грушей. Она будет подъемлена, и ничего не случится с ней. Она будет уже как какашка, и ничего не будет. Я пошила кататься на вот таком маленьком. И потом я чуть-чуть подрос и катался на вот таком. И потом, и когда я еще буду расту, я буду кататься на таком. И потом буду на таком кататься. А если вы захочете, чтобы мама каталась, пожалуйста, покупайте маме в магазине «Орион» вот такой велосипедик. У папы есть настоящая бетонная мешалка, но это чуть-чуть поменьше, только она игрушечная, но я ее потом куплю, и она хорошая. Ей нельзя пока в бетон мешать, но когда я подрасту, папа мне купит настоящую бетонную мешалку, и мне придется закрутить бетон. Вот сейчас я кручу так эту бетонную мешалку, как я кручу уже смену, но это не правда. Вот, бывают такие игрушки, и в прошлый раз, когда мама вылезла и папа вылез, в прошлый раз они ездили в Индию, и они хотели купить такую падающую башню, это хорошо, но есть еще вот такие игрушки разные, это тоже хорошо. Есть такие игрушки с магнитами. Можно ими так вести, они ходят. Вот эта игрушка мягкая. Это из пин-кода такой. Такой упина есть.
такой брат свой. Это Бибион, его любит. И в прошлый раз я смотрел такую серию, она была смешная. Там был такой Биби, и был он смешной, но игрушки мягкие. Они тоже из пин-кода, но они хорошие. С ними можно и их можно и дитя, если сюда приходят дети какие-то, они могут взять свою любимую игрушку, если они смотрят мультик пин-код. Приходите сюда и возьмите такую игрушку, она хорошая. Теперь вопрос, где это? Выезд из города в сторону Соленого вы знаете. До сюда можно доехать и по объездной. Северо-запад Магнитогорска. По сути, можно даже никуда и не ехать. Покупаем здесь и еду в два раза дешевле, чем в магазинах. И игрушки дешевле в два, а то и в три раза. Это круто и это правильно. Я собрал сегодня целый мешок Hot Wheels. И я пойду дома и буду смотреть, как Hot Wheels мои меняют цвет в горячей воде. И потом... Там я буду смотреть все машинки большие, которые они звучат. У них есть песня разная.